спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, дневная температура 18-22, тепла ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер восточный, севера и юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 16, северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, но без осадков, днем плюс 19, ночью плюс 16 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром и вечером пройдет небольшой дождь, плюс 20 градусов в дневное время, ночью плюс 16, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.